Привет всем и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас Хэллоуин дизайн с использованием акриловых красок. Я, конечно, понимаю, что в России этот праздник не отмечается, но все же, если вы решите посмотреть мое видео и досмотрите его до конца, тогда я вам желаю приятного просмотра и давайте уже начинать. Я уже говорила, что акриловые краски лучше всего ложатся на матовую поверхность. Я использую лак El Corazon номер 125 Matte Effect. Можно взять обычный лак и покрыть его просто матовым топом. Буду использовать обычные акриловые краски, белую и черную. Выкладываем краски на палитру. Плоскую кисть для нейл-арта смачиваем в водичке и набираем красочку. Смешиваем краски на палитре и переходим к градиенту. Градиент делаем по кругу. Набираем краску еще разок. Итак, наш бэкграунд готов. Теперь берем кисточку поменьше и можно дорисовать, например, какие-нибудь деревья, надгробные камни, и тогда получится ночь на кладбище, например. Или если нарисовать канделябры и паутинку с паучком, то будет похоже, как будто это ночь в каком-нибудь старом заброшенном замке. А еще в местном магазинчике я нашла вот такие наклеечки для ногтей с хэллоуинской тематикой. Можно просто сделать бэкграунд и далее закончить дизайн, используя такие наклейки. Теперь самое время покрыть дизайн топом, потому что краски на водной основе и они легко смываются водой. Важный момент. Ни в коем случае не стоит покрывать акриловые краски лаком сушкой, потому что краски под ним будут трескаться. Я советую покрыть обычным топом. Я использую для таких целей, например, El Corazon топ. Но мне очень нравится в данном случае такой матовый эффект, и поэтому я покрою дизайн матовым топом Top Satin от Dance Legend. Такой маникюр потом легко снимается жидкостью для снятия лака. Кисточки от краски легко споласкиваются водой. Надеюсь, вам понравился сегодняшний видеоурок. Всего вам хорошего, пока!